если меня человек какой-нибудь не поймет, если у нас разные на разных Нет, языках если будем вас не говорить. обслужат, если вы будете говорить на русском, вам скажут, говори на нормальном языке, или Да выгонят с нормально так магазина, говорю. вытолкнут. Ну, например, говори на нормальном казахском, скажут, и выгонят с магазина. Какая у вас будет реакция? Ну, казахском буду разговаривать. Ну, вы же не можете, вы сейчас сможете со мной на казахском разговаривать? Ну, в Вы же не магазине сможете смогу со мной что-нибудь разговаривать. купить. В магазине смогу Ну, что-нибудь купить. давайте попробуйте. Бутылку водки купите, например, на казахском языке сейчас. Арак. Что, арак? Арак, да? Ну, арак какой-нибудь мне дайте. Ну вы же Арак, на хлеб. казахском не говорите полностью предложение. Вы только говорите арак, водка и все. Надо даже сказать, какая бутылка 0,5, 0,7 На, или как там это к моей название реакции? водки. Сколько бутылок, правильно? И бутылка.